Здравствуйте, меня зовут Алексей Халецкий, а вы продолжаете смотреть ФФА-сериал «За Шотландию» в Sid Meier's Civilization 6 Rise and Fall. Если же не продолжаете, а видите эту партию впервые, то рекомендую перейти к первой серии. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Ты с Андертора так и не нашел ни одной ГГшки? Научной, в смысле. Нет, вот я это вот... Это мне надо, слушайте, давайте инвестиции в центр коммерции. Я вот пытаюсь сейчас как-нибудь пробраться куда-нибудь. Ну тут стоит город Индонезийск. Индонезийца и все. Союз могу с кем-то принять, я не знаю. Так нету этих. Кри. Они в бане. Они в бане? Чё-то набанили вы нацией. Шотландия, какой ты хочешь? Шотландия. А, блин, я что-то забыл, что я Шотландия. Ну, культурный, наверное. Или экономический, одно из двух. Тоже думаю, культурный. Халецкий, если поможешь тут золотишком, штук 70, буду очень благодарен. Союз, все такое. С мертвецом такое. Индонезийц, может, ты тоже что-нибудь испанцу кинешь? Гу, в принципе. Зачем? Ну мы на равных тут сражаемся. Чем дальше, тем вам выгоднее. Нет, выглядит, у тебя 372, у испанца 269. То есть у тебя на сотку выше. Ну, он в дефе там стоит, я к нему туда не зайду никак. Нет, ну, так заключи мир и не воюй. Я не воюю с ним, но он навряд ли мир заключит. Ну, конечно, навряд ли. Верни город. Верни город. Верни город. Сволочь! Верни город, сука. Вот город. Арчи, ай-яй-яй. От кого тебя не ожидал? Блин. Есть в лимите? Да не здесь. Сразу я смогу. Дай просто 6 колды, пожалуйста. Хаддингтоне или... Кидай. В Дамбартоне. Совсем капель. Шесть голды не жалко. Давайте, наверное, тут я буду рынок строить, а этого использую в Хаддингтоне. Куда? Он лесопилку еще не открыл, по-моему, да? Что у тебя так денег помог? У кого? Тебе. Я... Как это сказать? Прямо. Проиграл в казино, если честно. Понятно. Блин, мне надо еще один... Еще юнит одному построить. Все с тобой ясно. Так бывает. Thank you.
какие-то варвары раненые. Вот это я понимаю уже более-менее производство. Вообще надо открыть действительно лесопилки. Лесопилки. Так, что у нас там с великим ученым? Я, наверное, даже не рядом нигде. Да, на земле вообще без компусов. Блин, Димка, ты вообще без компусов, я смотрю. А мне их ставить некуда, на плюс 0, что ли? Ну, рядом с другими районами, например. Они же тоже будут давать. А рядом с правительственной, например, и коммерческой зоной уже плюс 2, по-моему, получится. Плюс 1.5. Не, у меня город этот плохо растет. Сейчас я его буду отжирать как-нибудь. В общем, плохо спланировал, что где будут ставить в плане районов. Так, вот здесь у меня будет 3 хода, блин. 3 хода. Неохота ждать 3 хода. Блин, да я... Ну, вот этот... Хотел выбрать Абердин. Походил почему-то рабочий сюда. Тут надо ферму, чтобы бонусы были. Так, где мне юнит еще построить? Вот в чем вопрос. Чтобы наемников ускорить. Че, моторам вот вырасти? Или я вырасти, куплю клетку. Там поставлю один. Голландия, 82 науки. О, то есть культура. Наяривает. Это поехал золотой век, походу. Молодец. Да не, я думаю, что это районы на речках. Плюс пантеон. Давайте спросим кого. Ну а чё? Это, наверное, золотого века. За каждый культура. А ты взял культуру, не науку? Все возможно. Не, просто я вижу, что у него бок открытого неба и 5-7 очков. Строим, надо еще один юнит построить здесь тяжелую колесницу. Я уже 2 вон этих взял. Ну вот, посчитай. Писатели. С одних шедевров только 16. 3, 4, 5, 6, 7 городов. Я вот думаю, ну то есть это в каждом можно по губернатору держать. Я вот думаю, надо ли мне еще больше ставить.
есть, в принципе, они все хорошо стоят, кучненько, практически вокруг столицы. Теперь надо развиваться. Теперь надо развиваться. 78, 292, 270, 174. Ну что, хочет захватить моего рабочего. Еще один баг. Когда открываешь науку, выбираешь, что исследовать, не отображается корректно количество ходов исследования. Заметили? Нет. Обрати внимание. Еще раз я выбираю. Ну вот, если у тебя вверху в углу, в левом, да, как бы изученные естехи, ну, ты видишь. И в дереве технологий, в общем, когда ты выбираешь, очки не совпадают зачастую. А, да. То есть ты типа изучил уже там на 3. Ну, было 5 ходов, ты изучил, осталось 3, а в ветке еще 5 показывает. Баг-г. Ну, это мелочь. Мелочь. Согласен. Так, тут рынок мы не строим. Надо бы кампус строить. Только сначала надо вырубку провести. Поэтому строитель. Димка, это ты кашляешь или у тебя там? Нет, это я кашляю. Больные люди. Да не, это у меня стандартно. Это болеет недели 2-3. Не болей. Да я не болею уже. Не надо. А чё кашляешь тогда? Что же? Я не болею, а чё кашляю? Не, ну у кого-то там, допустим, я знаю, насморк еще может месяцами длиться. У кого-то кашля. Это правда. Здоровье ты вообще. Слушайте, а вот посмотрите в этих в великих людях. У меня теперь значки невстреченных людей, которые я не встретил, они разного цвета. Кто-то желтый, кто-то серый, кто-то синий. Это что-то значит вообще? Ну, типа нация. В смысле нация? Нет, не понял, у меня вопросики. Вот ты не встретил человека, ну, вопросики разных цветов, соответствующих нациям. Ну почему? Установите на них и увидишь. Ну типа оранжевый, соответственно, это Вильгельмина там, допустим. Синий такой голубоватый, это, соответственно, Кир. Ну, это не так, потому что, например, тот же Биг, вот великий писатель, он синего цвета, Биг. Ну, вопросик. А великих ученых он серый. А в великом пророке он желтый у меня. То есть... Это, по-моему, не относится к цветам. Ну, он просто хамелеон тогда. Ну вот посмотри, у тебя самый первый у ученого какого цвета? Первые три у тебя каких цветов? Серый, серый, желтый, желтый. Странно. Тогда я хз. Скидка на улучшение. Ну что, может поулучшать парочку. Строители у меня сейчас не строятся никакие. Вот два хода. Что ты за мной прешься все?
Это видео выходит при поддержке глобальной космической стратегии consolewar.ru, и там появилось дополнение с новым балансом. С нуля в игре за 5 минут выход в космос, за полчаса развитие до фрегата, через полтора часа уже можно кромсать ящериц. Заходите на consolewar.ru и не забудьте после регистрации ввести кодовое словосочетание «Лёша Рептилоид». Ну-ка, нет смысла отправлять в Буэнос-Айрес. А, Димка, а кто это у нас Вавилон так засоюзил жестко? Что мне неизвестный игрок? Биг? Биг. Пять послов. А как он его нашел? Ну, он плавает. У него есть выход в море. Я тоже хочу. Он на галерках плавает. Не, ну а чё, у Голландии вот тоже, так понимаю, это третью клетку купил для гавани в Роттердаме. Конечно, ну когда она ещё построится, так далее, так далее. Ну вот у Сандры, я так понимаю, тоже вот выход есть слева. Ну, ещё нету. Какого-нибудь там третьем ради. Ну, в третьем будет, но к этому моменту Вавилон уже упадёт просто. Yeah. Как нет, если его уже вон едут обивать, я вижу юнитов, пачка стоит за него. Ты его даже не нашел. Это не важно. Что ты? Что ты такое, да? Вот? Что ты портишь? Что ты несешь? Что ты несешь? Это не важно. Так, да, я тут хочу кампус ставить сюда, наверное, чтобы надо вырубить лес. Надо будет отменить строительство. Грей еще Вильнюс. 50% вводных средств. Япония, я так понял, веру мою тебе не нужно нести, да? Тут надо еду. Не надо, спасибо. Понял. Не, я, чтобы мирно жить, я понимать, мне надо, не надо просто. Если не надо, я даже не буду подходить близко. Вот тут построить промышленную зону. Вообще он нормально растет, он до 13 вырастет. Давайте театральную сделаем. Так, один ход строителя пускай построится. Окей. Сандра, нельзя столько перебора. Да ладно, перебор. Тут не так уж и круто, на самом деле. В смысле не так уж и круто? Ну, в прямом не так уж все и круто. Ну, если ты будешь их вырубать, то да. Ну, это идеально. Надо было дождаться очередиться, и сейчас... И было вырубать. Самое время рубануть. Да. А ты хороший совет дашь, я смотрю, такой чёткий. Ну, там смотри, сколько холмов. А кто ещё не... Кто ещё даст, если не он? Да, да, да. Такой совет. Ты чудеса строишь для того, чтобы просто чудеса были. Понял тебя. А я думал, зачем. Вот оно что, Михалыч. Я построил Петру аж на 4 холма. Нормально же? Взял у кого-то, украл Петру, так и говори. Всё, кстати, да, я что-то смотрю там вверху Амстердама. Да я смотрю, что там пустыни есть, но никто туда не пошел. Грей, а что это за херня? Сколько городов такое? А чё это такое, а? Чё это началось-то? Посмотри, что тут происходит. Да я вижу, там расстреляется вообще жизнь. Что это? Я не удивлюсь, если он ещё Карфаген почти пойдет забирать. Ну, конечно, Карфаген я заберу. Зачем тебе столько городов? Жив в них. Жил бы в трех.
Так я и жил долго в трех. Надоело. Нормально было же все. Слушай, я предлагаю тебе, знаешь, где город поставить? Вот надо Эйндховена. Красивое название — Эйндховен. А там это, ну, вот. Я просто не разведал еще сейчас. Вот посмотрю. Это шикарная клетка. А что там? Ничего. Кроме снегов. Ничего. Там две меди и две рыбы. Но это надо по-другому чуть-чуть ставить. И олень еще. Не успею я. Еще. Ну, мне все равно будет инвестиция в центр конечно, потому районе. Что мне в столице пока нечего значит, строить, купим. Она у меня растет экономический союз медленно. Я сейчас строю, тут я куплю вот эту клетку с пшеницей, тоже обработаю вот тут клетки. Мне надо клетки с едой для столицы, потому что она растет реально медленно. Несмотря на то, что у меня магнус прокачан на плюс 20% к еде. Даже несмотря на это. Ну, тут примерно. А, нет, у него мало науки. Ну, а у него компусов же вообще практически нету. Я он построил, наконец. Нет, до сих пор нету компусов. Прикольно. Это уже производственные построены. Ну и торговые этих. Торговых центров. Но он за счет количества городов науку берет, то есть у него на данный момент 1, 2, 3, 4, 5, ну 6, 7, у меня 7, в принципе. То есть для губернаторов достаточно, для количества губернаторов. Так, отправляем в Стерлинг. Михаил, ты выйдешь в союзы, нет? Хожу потихоньку. По-моему, в твоей ситуации тебе надо очень как можно быстрее в них выходить. Да, я знаю, что у меня здесь водяная мельница и работала бы лучше пшеница, но у меня нету в Стерлинге еды, поэтому я для Стерлинга эту клетку. Три хода рост. Ну, надо 10 его вырастить, чтобы можно было еще район строить. Так, тут вырубим. А этого сюда сразу вырубать. Сволочь разрушила мне. Что-то. Так, ну тут уже край земли. Тем не менее, сбегаем, посмотрим. Да, прикольно. Вообще не показывает. Хотя бы что-то изучил. Заметил, да? Угу. То есть мне достаточно неудобно. Я что-то изучаю, да, а ну вообще пока по нулям. Есть техи, которые стоит, ну, допустим, остановить, сывик взять, ну, бустануть, а ты их не видишь. Да. Эврики не видны. В союзе? Нет. В целом. В дереве технологии. То есть какой-то глюк. Не отображает. Да, кстати. Вот я вот вышел в феодализм, и Эврик не отображается. Помимо Эврик не отображается еще количество ходов которые ты исследовал, да, которые ты изучал. Слушай, Сандра, а можно караван от тебя? Хотя бы они. Это было бы очень хорошо. А зачем? Ну, для роста скорости союза, очевидно. Сейчас кину. Аж два раза. У меня есть, конечно, но не карточка, это же Египет, у него в два раза быстрее растет, у него караван 0.5 будет давать. А, у него тоже сразу? У него удвоенные очки союза.
Не давай. Double kill. Кинь у него будет процентов. Культура. Я и так Антон Нарыву убил под своими границами. Чё и это? Антон Нарыву тебе мало что будет делать. Ладно. Да, ты уже достаточно ты... великих людей уже да, свалил. Да, я уже потом подумал. Так, я хочу тут в рыцаря апнуть. Ууу, карту поменял. Слушай, индонезиец, а вот этот варвар, который справа от Бимы у тебя, ты видишь лагерь, откуда он пришел? Да, он вот от ацтека. Я туда сбегаю тогда. Бегай, сбегай. Так, университет, университет, университет. Блин, стоит денег. Ладно, тут тогда обработаю сначала. Тут промышленную зону надо бахать. Значим Амани в Эдинбург. Да, я знаю, что она на города государства, но... Я еще думаю, что так с Египтом медленно союз-то растет? Потому что оказывается. Торговых путей нет. У него не было пути торговых. Слушай, не, ну Гонконг, зараза. Выпил хорошие клетки. Ну потому что в него накидали лосей уже. Да. Да нет, он только послал все. Ну там вот 5 клеток он и купил. Нахера тебе 5 послов? Ну я же не отправлял тебе 5 послов. Квесты выполняются потихонечку. Какие хорошие, он выкупил одну клетку у реки. Хорошие. Ну, с холмом. Да можешь вот туда на остальные клетки лучше. Ну, 6 да. Штук, отлично. Так. Что он вообще здесь делает? Это чисто как про город проплыв из одного моря в другое. Город проплыв, ну, да. Тогда, да, ну вот. Пусть и выполняет свою функцию. Адвокат, вот и молчи, адвокат. Чё-то сложная шутка. Это с КВН. Там одна команда вечно стебалась. Заседание суда, и там вечно, знаешь, все, там рассказывают, потом адвокат начинает что-то. Ему типа, ты кто, блядь? Адвокат, вот ты рот свой закрой, адвокат. Молчи. Все куплено. То 10 культура. Это немного. Там моего ближайшего друга не сильно меньше. 90 там. 80. Это культурная часть света, это вы там все в пещерах. Вот не надо, у меня. Так у вас там и культурные, и научные, я так понимаю. Судя по Бику, которую я не встретил. У него все хорошо. Не, ну Бик, ты там нашел научную ГГшку, в отличие от нас. Да. И радуется. А мы грустим. Культурно, причем пока что. Слушай, Михаил, а что ты на валидолит не нападаешь? Только угораю больше, чем у меня науки уже. У него там вообще юнитов практически нет. Тут стоят и рыцари, нападай, иди. Хочу. Вот Леша подстрекать. Так вы в войне. Вы подстрекатель, вы и так в войне. Просто не понимаю, если он. Ну, имеет хорошо. Преимущество. Что его не воспользоваться. Хорошо. Не надо только забыть. Ну хорошо. Да.
Слушай, Сандра, а тебе нужно железо в Алькатрасе? Да, конечно. Может, не нужно? Нужно. Это же третий радиус, а не второй. Ты хотел себе второй? Ну, нет, оно надо мне. Нет, этот холм нужен очень. Мне вот тоже холм очень нужен. Знаешь, что мне... Выкупи у себя третий другой, у тебя он там хватает. Он. Раз, два, три. О, как мы странно с персом встретились. Приплыл? Да, ну он вообще фиг знает где, у него полностью убитая трирема там. Откуда он туда приплыл, фиг знает. Добирался тяжело. Дрявая корыта. Ну кто? Димка, ты забрал на два посла? Тебе надо было? Посла? Да, мне же ГГшки встретил. Потом сделал. Нормально. Неплохо, озарение. Где он? Три случайные технологии. Порох, паровой двигатель и канализация. Как раз те техи, которые я вряд ли бы ускорил. Порох, эти оружейные, фиг знает, когда построю. Паровой двигатель. С канализацией два района пригорода тоже взяты. И две верфи тоже вряд. Отлично, очень. Очень хорошо зашел. Так. Давайте, наверное, уже к индонезийцу отправлять. Ну это прям вообще неудобно. Димка, налево от Джакарты есть смысл бежать? Джакарта. А, это вот этот один перешеек, это тот, то, что у нас соединяет со всеми остальными, да? Вот эта одна клетка. Да. Здорово. А давайте поиграем на Пангее, она классно так генерирует всегда, вот тебе и... А вот фрактал... Нет, не всегда, никто так не говорил, а вот представь себе фрактал. Было бы еще хуже. Фрактал даже не загрузили, так что... На фрактале там вообще, да, никого не было. Там поселенцев-то нет. Зашел, поиграл, уже сразу вышел, все. Спасибо всем. Вы... зашел. Ты аж пропал. Ты, по-моему, это как поселенцы сейчас. Не-не-не. Не-не-не. Так, два. Ну, в принципе, можно уже в Буэнос-Айрес. Сейчас у меня мастерская появится. В общем, вот эти клетки тоже можно. Thank you.
Точно, Иерусалим. Еще и Иерусалим тут есть. Так, Иерусалим, озарение для замков, копейщиков. Кстати, копейщики, торговый путь Вавилона и Антиохия. В этом во всем есть смысл. Вавилон, правда, я не, по-моему, не до... Хотя, сейчас посмотрим. Копейщиков надо создать. Вот здесь два хода нормально. Так, здесь у нас мастерская. Ах да, у Голландии же есть польза. У Голландии-то может быть и есть, у тебя ее нет. Карфагене один поставишь. Вот это мотивация. Так, да. Моя армия. А, ну в Батавии. Да, интересно, конечно, индонезийцы города стоят. Ну, слушайте, тут реально так и хочется еще один город поставить рядом с этим чудом. То есть, чтобы вот так закольцевать. Собственно, может, почему и нет? А в арбалеты ты не вышел, испанец? Нет пока. Аоки слишком. Да там тяжелая ситуация в той части мира. Смотрю, да. 20. Да, 18,9 у испанца, 21,9 у ацтека. 13 тех, боже, Арчи 13 тех открыл. Но человек сдержал слово, видно, с прошлой игры вот эти возвращенцы, которые должны отомстить. Да? В целом... Арчи. Ты знаешь, ну... А, так и Валидолит сейчас да, отвалится по лояльности. Валидолит по лояльности отвалится. Испанцы с ацтеками, но не могли дружить никак. Там обещание мстить. Да, Арчи, это же альтернативная история. Ты можешь, как тебе хочется сделать. Но я думаю, что Арчи как раз и хотелось напасть. Он все сделал, как хотел. Не знаю, что там испанец реально ждал, то есть вот все выглядело, что он может нападать идти. Так, тут клетки, а, ремонтировать надо. Арчи, может, даже этот город и вы замиритесь? Этого не будет никогда. Даже не знаю, навряд ли. Навряд ли такой исход нас обоих устроит. Ну, испанец был готов, по-моему, мириться, если ты ему город отдашь. Как угроза сейчас была, да? Типа, нет, так ты придешь. Мне вообще пофигу, нет, почему? Я говорю, испанец был готов мириться, если ты ему город отдашь. Мне к вам нету смысла вообще идти, по-моему.
Мы в союз, что ли, вышли? Я не могу ни с кем союз, кроме индонезийца, заключить, потому что вы еще фиг знает где. Ну, у меня наемники в приоритете просто. Союз. Мне тут союз с несколькими союзничать. Есть у меня тут один союзник. Ну ты понимаешь, союзник. Испания, что ацтек выходит в наемники, я поит, что там у него есть, ну, наверное, в рыцарей. Но я тоже так не готов. В роботов выходит Арчи. Да, в рыцарей. На роботах. Едет порабощать. Роботы придут потом с этого, с севера. Нас обоих тут роботизируют. Да. Поработят, вот так вот правильно сказать. Смотрите, индонезиец построил кампус и как сразу ломанул вперед. А, так Грей играет за Голландию, а не за Норвегию, да? Да. Поэтому, видимо, и Димка взял Индонезию. Да нет, я изначально Индонезия. Если бы он появился этими Норвегии, там, где он появился Голландии, было бы печально все. Для нас или для него? Ну, если учесть, что ни одного города у него нет на побережье, наверное, для него. Я думаю, он бы появился в другом бы месте. Допустим, вот там, на севере. Метка Димки стоит, вот там. Да. Идеальный респ, по-моему. Ну, шикарный респ. Норвежца. Для норвежца самое то. Я подумал, Грей, что у тебя слишком много культуры будет. Ты еще это просто. Да мне счастье надо. Ну я, конечно, тебе это припомню. Это, Грей, знаешь, в ту колонку, там, где это озерное чудо, вот туда можно добавить. А оно туда же и добавлено уже. Список. Так, выполнили задание Буэнос-Айреса. Что антилохи? Черный лист или как он там назывался? Темный лист. Армиями рыцарей поеду туда. Восстанавливать справедливость. Так, раз, два, три, четыре. Сюда работает, работает. Ага, не достает до Дамбертона и колена, значит. Надо в Дамфисе построить желательно промышленную зону тоже. Где она у нас лучше встанет? Плюс один. Ну, может, действительно здесь. Хотя нет. 2, 3, 4, 5, 6. Лучше здесь строить. Леша, скажи, пожалуйста, мне от Хальгольма далеко еще плыть до Тарчи и... Нет, да, не очень. Да, 4 ты плывешь. Клеток 10 отсюда до Испании. А кто-нибудь всех нашел? Да. Один человек как мог сделать на этой карте. Реально, блидолит отваливается. Я же говорил, что я в центре карты. Не, ну сейчас, я так понимаю, Лёша пойдёт на воде рыцарями. Ну а чё, тут невозможно пройти через город. Ну да.
Куда мне идти, чтобы всех найти? Вправо от Гонконга или вниз от Гонконга? Влево от Гонконга или вниз? Влево. Вниз там горы. О, и сразу нашел Египет. Не знаю, что-то он здесь стоит, тусуется. Я жду, как проплыть. Как, выходишь в каравеллу и вперед? Не, гавань строится 20 ходов. Ну, норм. Самое интересное, то, что там леток 20 сверху, надо по снегам проплыть, чтобы оплыть на материк. Угу. Это, по-моему, что один, что другой, кстати говоря. О-хо-хо-хо-хо. Мне кажется, Галяру уже 1000 лет плывет. А нет, господи, да, ну это 2000 лет плывет. Она сразу в музей плывет туда. Как античный экспонат будет. Так, и тут кампус завершен. Ну что, успею 10 ходов. Сколько мне надо очков? 5 очков. Может, чудо какое построить? Но, по-моему, нигде чудеса невозможно построить. Давайте глянем. Ну, в столице точно нет. Да, нигде не строится. Смотри. Ну, кстати, Темпломайор. Мне бы в Темпломайор выйти. И вот в этом озере, да и в столичном, да и в этом озере. Нормально пойдет. 4 клетки. Торговую республику берем. Новые строители, два влияния, содержание юнитов, бонусы кампуса. Японец. Что такое? Театральная площадь. Союз не нужен никакой? Давай. Давай. Какой? Я пока еще не вышел в союз. Вот этот поворот. Так, ладно. Ну, я на пути. Чуть-чуть. Давай, на пути только. Соберись. Обязательно. Наследие взять, все города с районом получают плюс одно жилье. Давайте. Надо собраться. И сделать такое. Шаг навстречу нашим цивилизациям. Да я только за. Ой. Просто я вижу караваны твои, они ж тебя бафнут. Да. Я об этом думаю. Тебя и меня. А меня-то как? Ну ты тоже ко мне пусти. Ну уж тебе ж золото и будет капать. И так будет сразу давать, да, за его караваны. Не, ну так. А. Это задание мне Иерусалим давал. О! Золотой век наконец-то вышел. Ну, слава богу. Так, вот 10 жителей, разведывательное управление, промышленную зону. Давайте пока разведывательное управление построим. Что мне будет выгодно поставить эту карточку тут +2/+2 и спускать все караваны к кому-то получается, чем внутренние, да? Ну, наверное, да, за Египет.
Ну вот я и говорю, что, наверное, будет... Не, Сандро, там не очень будет. Не, ну из-за Египета. Да нет, не очень. Вы какие-то, я не понимаю, вы соперники или союзники? Что вы, как это? Вообще-то я союзник, не знаю, как это. Надо говорить, там баги что-то с этой карточкой за Египет, оно наоборот в минус все и ходит. Города дохнут. Свали в домики построить. Как... Надо друг другу помогать. Конечно. Я готов принести тебе, подать деревья, там срубить. Построить лучший дом на этом побережье. Когда там уже? Ты же союзник. Просто два хода валидолит должен упасть, по идее. Вот Димка не очень хороший союзник. Он не может дать мне общий проход, чтобы я прошел к друзьям. Допустим, очень хочу увидеть дикие племена и ацтеков. Он вообще очень плохой человек. Я вообще хотел... Есть такая, знаете, штука, охота на людей. Ну, на диких каких-нибудь людей. Там, на бомжей, к примеру. Ну, то есть... Ну, я просто говорю, ну, есть же такие вещи. Ну, к примеру, ну, вот, чисто гипотетически, есть же такие вещи? Есть. Вот почему бы хотя бы посмотреть на это? Сейчас представляю картину. Ацтек вместе с испанцем организованно выплывают в сторону Египта за такие слова. Это вряд ли. А я никому не говорил, что кто-то там, ну, как-то плохо пахнет там. Ну. Я никого не хотел обидеть. Да, да, да. Так, вот там вроде 90, а в этом тоже 90. Да, лучше в дампе купим. Не очень понял, ты мне, Арчи, предложил мир или мне это показалось? Ну да, и вернусь в роли. То есть не хочется в роли бомжа быть? Чтобы реально тут плюс 20 науки, это вообще не Ты Карл. Испанец, ты лучше не тормози, а бери валидолит, потому что он следующим ходом отвалится, и тебе придется его захватывать. Да, в принципе. Надеюсь, это будет залог большой дружбы. Надеюсь. Там рыцари меня убедили, вон Леша набегает. Да я не собираюсь на тебя нападать, Арчи. Там у тебя лагерь сверху, если ты не видишь. Блин, а я уже начал делать. Почему-то юниты с этого лагеря ходят ко мне, а не к тебе. Ну ладно. Там люди боятся этих рыцарей, а у нас уже в кавалерию люди выходят. Ну да. Блин, здорово. Индонезийцы аж на трех континентах сидит. А я пока нашел новый континент. То есть вот вся вот эта наша огромная фигня, это один континент, я так понимаю. И на двух сижу. Ну как на двух, посмотри. Но Джакарта один континент, Тубан второй, а снизу зеленый Нуна третий. Ну. Континент Нуна. Мне Нуна. Так до Нуна-то меня ни одного города нет. Давай хоть Арчи дружбу обратно. И зароем топор. Скажем так, вместе. Я вообще по большому счету к тебе хорошо отношусь. Ты хорошо играешь. С тобой приятно играть. Только не рядом, да? Только когда ты далеко. Любовь на расстоянии. Нормально. Ну, нормально к нему отношусь. Просто где-нибудь подальше. Может быть, вот в самом начале немножко бомбануло меня. Я приношу извинения, Арчи, за это. Извини, пожалуйста. Да ничего страшного. Так, я не обижаюсь. Я что-то пропустил, как бомбануло, что было? Да не, ничего, я там немножко угрожал. Он согласился быть хостом просто.
Это аргумент. Амбар не нужен, университет не нужен. Да. Давайте, наверное... Кира, твоя наука это вообще. Кир, я еще не открыл его. Ну, эти клетки не может индонезийцы выкупить. Они сами у меня автоматом, потому нет смысла их покупать, например. Так, тут рост. Тут рост. Лабердине уже жилья не хватает. Может, тогда университет лучше построить? А где там цивилизованный мир? Тут даже не с кем меняться. Нечем. Мы тут, походу, все на одном континенте, да? Сейчас еще ходов 15, и я приплыву к вам, найду вас обязательно. Не уверен. А что, только каравеллами не проплыть? Не. Ну, тогда сорян. Не, ну как, да, и до испанца доплывешь. Ну да, просто увидишь туземца. Который только выучил технологию, как подтираться правой рукой. Бумаги захватить и на золото поменяешь. Да. Слушай, Грань, ну ты ж вроде с этим несмирными, да, собрался плыть намеренно. Мне вообще все равно, как бы. Я это точно не могу захватить никого. Галеру построил. Галера. Сейчас будет вторая. Назови эту галеру смерти и все. Вот знаешь, это галера смерти. Готовьтесь. Я вообще не на воде, что-то надо найти кого-то, кто имеет больше возможностей. Жилья не хватает, поэтому. Буду фермы строить, чтобы жилье повысить. Еще одно чудо. Блин, тут еще вокруг меня аж три чуда разных. Хорошо. Упснурская долина. Вы видели такое чудо? Наука и вера? Нет. Вера, да, вера, но нет науки. Да, типа как Пантанал, только с верой. Две веры, одна пища, одно производство клетки дают. Надо город ставить. Да, для этой, для Амундсена. Я так и нашел тут гребаный Стокгольм. Хреново, без синяка кашка. Не, ну вчера уж мы играли без синих ГГшек, без ученых, нормально. Мы сегодня играли без синих ГГшек. Все так ровненько. Аж противно, да? Мне там рыцари не убили. А у тебя галеры пара, каравеллы парами плавают, это типа прикрывают друг друга, то вдруг что? Нет, они просто мне прокачивали это исследование. Они прям друг за другом. Я просто думал, что можно внизу проплыть, а внизу проплыть нельзя. А, это хорошо, что ты сказал. Не пойдут. Биг, ты еще и сюда посадил этого. Ну что ты, убери из Стокгольма. Что, убить Стокгольм, что ли? Да. Убери из Стокгольма, Амани. Давай мы не будем ссориться. Загляните на consoleboard.ru, а на этом пока все. Продолжение будет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет
распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.